Вора в законе Аслана Усаяна, больше известного как Дед Хасан, не смогли похоронить в Тбилиси. Гроб с телом криминального авторитета сначала доставили на Украину, в Донецк, а уже оттуда был запланирован спецрейс в Грузию. Жена и дочь Усаяна хотели похоронить его рядом с могилой матери и брата, однако, как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник правоохранительных органов страны, грузинские власти не дали на это разрешения. Сегодня в доме родственников Деда Хасана много посетителей, которые пришли поддержать семью убитого. Я только что был в доме, разговаривал с его родственниками, у них большое горе. Здесь так ждали этот самолет, а его не пустили в Тбилиси. Самолет с гробом был вынужден вернуться в Москву. По предварительной информации, Аслана Усаяна могут похоронить на Хованьковском кладбище в начале следующей недели. Дед Хасан был убит на Поварской улице столицы в минувший четверг. Снайпер подкараулил его на выходе из ресторана. Оказавшаяся рядом женщина, которая получила ранение в грудь и бедро, по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. Ей сделали уже несколько операций. Сейчас пациентка находится в реанимации.